Приветствую вас. Итак, что мы имеем по итогу? Сын 1,10, начались проблемы с поведением. Значит, стал закатывать истерики на пустом месте, в эти моменты нельзя ничем успокоить или отвлечь. Так ведет себя только с мамой и папой. Значит, давая ребенка к бабочке на выходные, он просто идеальный примерный ребенок. Стоит нам приехать за ним, ребенок меняется на глазах. Здесь, как минимум, я вижу момент, связанный с тем, как вы себя позиционируете. То есть, позиционируете вы себя как мама и папа. Ну, то есть, вот, выделяете свою родительскую роль, выделяете свою родительскую позицию, она как бы доминирует над всеми остальными возможными аспектами отношений ваших с ребенком. Вот. И можно говорить, возможно, о том, что вы отдаляетесь от ребенка. Можно, возможно, говорить о том, что ребенку что-то не нравится. Можно, возможно, говорить о том, что ребенка что-то травмирует. Ведь, понимаете, начались проблемы с поведением. То есть проблемы с поведением начались когда-то, после чего-то. Нужно исследовать, что происходит. Понимаете, ребенок это часто, очень часто наше отражение. То есть ребенок это то, что происходит, ну, это отражение того, что мы делаем. Вот. Понимаете? И если ребенок истерит, значит, возможно, у него есть какие-то основания для того, чтобы истерить. Значит, возможно, он хочет истерить. Значит, возможно, ему это, ну, для чего-то, зачем-то нужно. Вот. Вот, по сути, об этом идет речь. И необходимо, очень необходимо поисследовать, с чего все началось. Вот. Очень необходимо понять, с чего все началось. Вот. Вот. В принципе, такая вот история, понимаете? То есть истерика это вообще попытка привлечь внимание. когда его категорически не хватает. Вот. Понимаете, какая штука. Вот. Поэтому я думаю, что важно понять, ребенок манипулирует вам здесь или ему действительно чего-то не хватает. То есть все ли хорошо между вами, например, и вашим мужем, отцом ребенка. Все ли хорошо между вами и ребенком. Вот. Что непосредственно предшествовало тому, что у ребенка начались такие проблемы. Как вы реагируете на такие проблемы?
Знаете, какая штука? Вот. Как вы общаетесь с ребенком, когда он не истерит? Понимаете? Это все очень важно. Вполне возможно, что поначалу ребенку уделялось больше внимания, а сейчас что-то изменилось. Понимаете? Какой момент? То есть вот эти вещи, все их нужно исследовать. И тогда, я думаю, картина станет понятной, Алина. Значит, что касается идеальный и примерный ребенок, то, ну, здесь могут быть разные варианты, конечно. Как бы, например, как сказала моя коллега, то, что бабочка ему потакает. Может быть, наоборот, что бабочка его им не потакает, а наоборот, просто принимает его таким, как он есть, да, и все. Тут такие могут быть варианты. Вот, но как бы, вот вы говорите, что он примерно идеальный, как бы он не чувствовал, что вы хотите его таким видеть. Понимаете? Вот. Если он чувствует, что вы хотите каким-то его видеть, то это может очень негативно сказываться на нем и на его отношении к вам и к самому себе. Поэтому я полагаю, что свою стратегию, практику взаимодействия с ним вам необходимо переделать, поисследовать и что-то поменять. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.